Вы смотрите видео об отеле Верана Phoenix Family Resort. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Верана Phoenix Family Resort расположен в стране Турция в регионе Сиде и относится к классу гостиниц с числом звезд 4. 65 километров от аэропорта Анталья, 3 километра от Сиде, в поселке Мунавгат. Территория гостиницы занимает 30 тысяч квадратных метров. На территории отеля имеется 1 ресторан, 4 бара, 3 открытых бассейна, 2 водные горки, салон красоты, услуги врача, прачечная, почтовые услуги, интернет-кафе платно, беспроводной интернет в лобби бесплатно. В номерах есть ТВ с российским каналом, кондиционер сплит, мини-бар бесплатно, только вода заполняется однократно в день заезда, сейф платно, ванна, фен, керамическое покрытие, балкон, детская кровать по запросу. Номерной фонд отеля состоит из: общее количество номеров 320, 250 стандарт румс, 20 квадратных метров, максимум 3 человек, main and block buildings, 70 family rooms, 35 квадратных метров, 2 комнаты, межкомнатная дверь, sea and pool and garden view, максимум 4 человек, block building. Также бесплатно доступны фитнес-центр, сауна, турецкая баня, настольный теннис, дартс, баскетбол, волейбол, пляжный волейбол, аэробика, поле для мини-футбола, развлекательные программы. За дополнительную плату имеется массаж, бильярд, водные лыжи, серфинг, парашют, каноэ, катамаран. Для детей есть 1 открытый бассейн, 1 водная горка, мини-клуб, возраст 4-12 лет, услуги няни платно, по запросу, детское меню, в ресторане детское кресло, детская площадка, развлекательные программы. Год постройки гостиницы – 1988. Год, когда был сделан последний ремонт – 2006. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.